Ну что же, всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Зазепа, вторая часть прохождения игры «Партизаны» 1941. Продолжаем, собственно говоря, с того момента, с чего мы закончили. Закончили мы возле небольшой деревушки. Так, надо придумать, как разобраться с этими молодчиками. Так, ага. Слушай, ну я надеюсь, вас там... Дети в порядке играть. Не особо много? Я справлюсь. Так. Ты давай, наверное, сюда. Подождем этих молодцов. Здесь, наверное. Жду приказа. Как в прятки играть? Сейчас пускай поближе подойдут. Смерть захватчикам! Положил. Эй, блин, получили. Один раз. Все-таки достал. Нравится? Бой окончен. Отлично. Так, ты перезарядись. Ты, наверное, тоже. Слушай, лечиться нечем. Трупы тоже обыскать не можем. Так, отлично, ладно. В 5, короче. Посмотрим, что в доме есть. Тут вроде что-то есть. Что это такое? Так, инвентарь. Что-то есть. Информация. Таблетки. Это красные или синие? Это, наверное, лечиться, короче. Давайте попробуем. Походу нельзя, да? Ладно. Пока это не критично. Так, ты можешь выйти? Спасибо. Давайте здесь все обыщем. Ничего нету. Эти мешки нельзя обыскать. Что у нас тут еще? Короче, нехорошие люди. Давайте продвигаться как-то. Так, ты... Так, чё, вы не двигаетесь? Надо развивать обстановку, да? 4 человека. Так, мы с этой стороны здания... я понял. Так, слушай. Ну, тут этих не должен обнаружить. Давайте его по-тихому снимем. Одним из наших бойцов. Забрали. Давайте занимать позицию. Надеюсь, нас тут не запалят. Надо еще прятаться. Так, куда ты идешь? Сюда идешь, понятно. Что дальше? Так, молодой. Наверное, идешь. Идешь сюда. Тихо, не туда. Вот сюда давай, в обход. Только бы не заметили. Ну что, начинаем, наверное. F5. Смерть захватчикам! Этот готов. Так. Больно. На такое я не рассчитывал. С этим все. Прекратить огонь. Отлично. Все. Победили. Облутываем. Так, облутываем, я сказал. Опа. Большая аптечка, отлично. А, вот это он все, я так понимаю, разом, да? Забирает у нас. Ну хорошо. Так, это, наверное, надо тоже молодому. Давайте скопируемся, распределим как-то. Перезарядимся. Ты тоже.
что надо. Так, твои патроны. Это же твои патроны, дильзы. Сделай зажигалку или свисток. Ну, пока, я думаю, не надо. Зажигалки и свистки делать. Так, у всех же свои патроны. Подумаешь, рано. Так, это, наверное, давай отдадим... Кому? Саньку отдадим. Эти патроны мы отдадим нашему командиру. Это мы, наверное, возьмем перевязаться. Слушай, сколько ты хилишь? Восстанавливает здоровье партизан. Вопрос, насколько оно восстанавливает здоровье партизан? А, так, давай. Это забери. Слушай. Вроде пока неплохо. Вроде пока мне нравится. Так, не-не-не, ты можешь войти вовнутрь? Там ничего нету, да? Ну, я понял. Ну что, сохранение двигаем дальше. Перезарядка, конечно же, еще. Так, заглянем еще в этот сарай, который у нас слева. Да, что ты стонешь так? Так, у нас там еще находятся вражины. Давай это обыщем. Сейчас откроется второе дыхание. Это обыщем. Гильзы, да? Ну, вроде по патронам у нас все хорошо. Ничего, справимся. Давай заглянем. Как действуем. Боль закаляет. Угу. Так. Страшновато. Идешь сюда. А может, в атаку? Идешь сюда. А ты? Идешь, наверное, сюда. Так, бабка. Слушай, бабка, мы с тобой потом поговорим, наверное. Давай мы сделаем сначала так. Ты ведь не докинешь. Ты ведь не докинешь. Ну ладно, давай. Слушай, а у кого у нас ножик второй? Я вот, по-моему, я кому-то так, пацану давал. Ага. Слушай, а у пацана... Давайте пока у нас все хорошо, посмотрим. Может ли пацан тебе дать ножики у нас? А, что ты можешь? Первая помощь. Слушай, а давай-ка ты будешь у нас хиллером. Как тебе такое? Маскировка. Слушай, наверное, пока все. Я просто не знаю, чем еще тут вкачивать. Ближний бой. Я не думаю. Тебе какую-нибудь защиту бы вкачать, увеличить бонус защиты персонажа, пока тот находится в укрытии. Вот это вот неплохой навык, я считаю. Потому что попадается ему часто, скажем так. Слушай, подожди. Я вот это хотел, да? Режима засада. Это увеличивает дистанцию, да, броска ножа. Слушай, а надо ли нам это, когда мы используем пушки? Очень хороший вопрос. Ну, слушай, вот это вот... Подожди, заблокировано. Ага. А, это у этих по одному очку навыка, я понял. И могу я открыть только первое умение, да? Давай вот это, чтобы мне так доставалось из укрытий. Гранаты. Но у нас пока нету гранат. ПП у нас тоже нету. Давай мы тебе пока прибережем одно очко навыка. Так, ну что? Чтобы дети в прятки играть. Понеслась. Ей, фашистов! Это вообще промазал. Ой, я кончил. Отлично. А? Давайте вы все, знаете, автоматом перезаряжайтесь. Сейчас мы вас обыщем. Здесь. Ну слушай, ну теперь мы точно должны похилиться. Это просто must have. Забегай сюда. Сразу, наверное, это сделаем, потому что я не хочу рисковать бойцами. А где там наш самый раненый? Давайте это дадим... Так, персонаж занят. Да?
перезаряжаешься, типа, да? Все, готово. Давай это отдадим Фетисову. Так, слушай, у нас уже там все это взято, да? Ну, слушай, надеюсь, ну, отлично. Не засекут. Так, давай, 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 Фетисов, Фетисова похилим. Давай, вот так вот сделаем. До одного битого, двух маленькую битых дают. Хилку используем на нем. Ну, вроде должно быть хорошо. У нас есть работа. Так, бабка, что ты мне скажешь? Фетисов? Бабка? Что же это творится, сынок? Мало того, что полицаи разбойничают, так они и других стать иудами подбивают. Еще и у церкви. Ничего святого этих иродов не осталось. Ну да. И у церкви. Ну мы тут вроде все... Мы тут вроде все зачистили, да? Слушай, нет, мы вот здесь реально у церкви не были. Слушайте, давайте сходим. Да? Если они там еще есть, то мы обязательно, короче, с ними встретимся. Ага. Тише. Давайте. Двое военнопленных. Так, один туда ходит смотреть. Слушайте, как бы нам получше на них засаду устроить? Угу. Слушайте, я даже не знаю, их много достаточно. Сколько? 1, 2, 3, 4. Ну хотя нет, слушайте, не так уж вроде и много. Кто там сидит? Еще один, да? Их, в принципе, можно всех с этого здания перещелкать. Поэтому я, наверное, предлагаю вас нам обойти справа. Не мое это прятаться. Что мне делать? Не светиться так. Давайте поодиночке, наверное, пока там эти в кустах. Их не видно. Так, ну нам нужен боец с ножом. У нас есть работа. И, наверное, с этой задачей лучше этот справиться, потому что он хотя бы метать может ножи. Потому что в это здание заходит постоянно один молодчик. Да? Опять по кустам ползать. Все, давайте пойдем сюда. Слушайте, нам надо в наглую сюда заходить тогда. А что нам мешает? Мешает нам, по-моему, ничего. Сейчас подождем, пока этот пойдет на круг. Только бы не заметили. Тихо. Смерть. Так, не-не-не-не-не-не, ой, извиняюсь, у меня там упал один предмет, я хотел по-другому, я... Уж простите меня... Нет, давайте, ладно, давайте без этого. Зацепило! Не, ладно, не хочу, короче, загрузить игру. Автосейв, где там последний? Короче, был мой фейл. Так. Давайте, вы все в кусты идите. Фетисов. Сразу. Готов. Если сейчас все пойдет не по плану, ну, я уже больше загружаться не буду. Как вам такое? Так, ты сейчас пойдешь на круг, да? Тихо. Не спешим. Я вам всем отомщу. Собака, ладно.
куда ты бежишь, дурень, блин? Да не тебе, твою ж, налево, а? Зараза! Еще очко в нашу пользу. Сука, ты можешь просто вот сюда встать. Спасибо. Какое же здесь управление некомфортное, а? Это был последний. Это что-то. Это что-то. Ладно. Слушайте, надо было, наверное, их где-то... Я не знаю, ну за камнем мы их бы увидели бы. Их бы просто увидели бы. Команда. Это реально был вот единственный выход. Ну их вроде не сильно подбили бойцов моих. Тихо. Ладно, давайте уже захилимся. Так, не знаю, как-то все не по плану пошло. Ладно, вроде нам нас это не очень сильно-то и наказали, скажем так. Давайте обыщем. С людьми я так поговорить, я так понимаю, не получится. Что это такое? Ладно, разберемся. Посмотрим, что у этого. Тоже патроны. Так, из бочки. Так, бочку давай. Что у нас с пушки будет? Цекви у нас, подожди, что-то тоже есть. Вперед. Яйца. Ну, перекусим. Так, ну я так понимаю, можем дальше двигать, да? Сарайчик, я думаю, уже смысла идти не особо много. Там мы были. Тут все вычистили. Где там бабка скажет хотя бы спасибо. Ладно, двинули, наверное, дальше. Партизанский наш отряд. Тихо, у нас там немцы. Давайте в кусты хотя бы заныкаемся. Ты зайдешь сюда. Для выхода с локации. Понятно, нажав на КМ, вы можете открыть тактическую карту. Понятно. Так, ну... Только бы не заметили. Готов. Обойти или убить? Я думаю, скорее всего, второе. Опять по кустам. Действуем. Так, ну вообще пацана надо бы поближе, конечно же. Поближе. Ну тут его реально засекут, как он говорит. Не шуметь. Так. Как бы вас тут прихлопнуть бы? А давайте, ладно. Заметят, заметят. Все равно перестреляем. Ну что, понеслась? Так. Так. Вот сейчас и проверим, как тут работает хил. Ну слушай, немцы они пожестче. Чего? Слушай, у тебя что, патроны что ли закончились? Я готов. Хил. На тебя сейчас, наверное, дебаф наложится, да? Определенно, да? Боец. Боец. Давай-ка, сам себя захилишь. Пионеры не плачут.
Давайте немцев посмотрим. О, ну слушай, это вообще подгонок хороший такой. Так, у кого там стилы? Подожди, навыки. Кто у нас автоматчик? Ты, по-моему, да? Значит, мы тебе выдадим автомат. Так. У кого автомат? У тебя автомат. Слушай, отдай его, пожалуйста, ему, наверное. Ты его экипируешь. Патроны так? Закончились. Слушай, а тебе какие надо патроны? 9 миллиметров. А у нас они есть такие патроны? Ну, вроде должны быть. Это 7,62. Это не подойдет. Так. Давайте так раскидаем. Или нет, вот подожди, 9 миллиметров. Ну слушай, нет, давай ты, наверное, пока походишь с двумя пушками. Боль закаляет. Это тебе все равно будет как основное. Это тебе как дополнительное будет. Это мы застакаем максимально. Так, 9 миллиметров, пожалуйста, в студию. Это ему дадим. Это застакаем. Это тоже по возможности. Ну слушай, ну больше патронов вроде 9-миллиметровых у нас и нету. Подумаешь, ссадина. Надо какое-нибудь ружье найти бы еще, конечно же. А вот, эффекты. Передвижение снижено, убийство и скрытно невозможно. Сюда начинается ближний бой. Ага. Ну понятно. Но я думаю, потом после миссии он скинется, я надеюсь, от дебаф. Пионеры не плачут. Ну вот и выход. Выход. Выход, я сказал. И мне зажать надо. А, покинуть миссию, все, понял. 26. Ну-ка, ресурсов нашли. А, все. Игра была достаточно интересной, хоть и короткой. Не успели мы с автомата пострелять, не дали возможности. Ну что, будем ждать на... Так, потише, пожалуйста. Игруха выходит в 2020 году, то есть в этом году, судя по тому, что пишут в Стиме. Ну, я думаю, мы обязательно поиграем в нее еще. После выхода, естественно, потому что сейчас больше играть нету возможности. Ну а вам спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, если вам игра понравилась. Ну, до встречи!